В поселке Октябрьский находится производство и базовый склад металлопродукции. Компания «Брок Инвест Сервис» на рынке уже более 30 лет. С рабочим визитом предприятие посетил глава округа Владимир Волков. Это сервисно-производственная компания, одна из лидеров российского рынка черного металлопроката. Работает с 1991 года и входит в десятку крупнейших металлотрейдеров России. Один вид деятельности – это чистый трейдинг металлопроката. То есть мы получаем большие партии с комбинатов производителей, разукомплектовываем их и обеспечиваем малыми партиями, комплектами металла разные отрасли нашего народного хозяйства. Также компания занимается изготовлением мебельных и оцинкованных труб, лент и карточек из металла. Все это можно использовать от мебели до теплиц. Компания предлагает своим клиентам комплексное решение в поставке черного металлопроката и предоставляет полный спектр услуг. Мы занимаемся сложными заказами и сервисом. Упаковка, доставка, комплектация. Ну, к примеру, мы комплектуем все магазины Московской области или Ромер. Годовой объем продаж – более 815 тысяч тонн металла. Компания имеет стабильное отношение практически со всеми крупными производителями металлопроката России и стран СНГ, что позволяет поддерживать высокий уровень материальных запасов и обладать достаточным ресурсным потенциалом. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.